Елисей. Ты Елисей, мой мальчик красивый. Кто там к нам бежит? Кто к нам бежит? Лаванда, ты не лезешь, а не бежишь. Космос. Девочки мои красивые, тарелочки. Жасмина. Жасмин и Кока, кошечка. Родные сестренки. С разницей в год. А это кто здесь? Это Феодосия. Это наш Космос. И наш Роликс. Мраморный мальчишка. А это наш Илюша. Хрюша. Где мой зайчик красивый? Кто красивый? Кто красивый курнос? Иди сюда. Иди сюда, сказала. Иди сюда, сказала. Иди скорее поиграем. Поиграем, поиграем. Лаванда хочет поиграть. И все сразу хотят поиграть. Я. А где наша девчонка? А где Шинар? Где вообще все дети? Заходим, что ли? Пойдем, Шен. А, Шен в своем любимом месте. О, это они любят здесь. Он здесь любит гулять. Шинар, Валькер, Красотун. Такие вот детки у нас. Ой, по грязи. Полита. Ну, ладно, что ж. Вот такой у нас послеобеденная прогулка. Сейчас пойдут все валяться. Сегодня не очень жарко. Очень так Юля решила съесть яблоню. Да, Юля, зубки поточить. Все должны грызть эти собаки. Наша Юляша красавица. Девочка наша красивая. Роликс. Такой нежный мальчишка. Все время просится на кровать, на ручки. А эти малыши еще не приучены к кровати. Мы их не приучаем, потому что они в продаже. Поэтому кровати они не знают. Знают ручки, но не кровать. На кровать мы их не берем. Да, не берем. Да, Жорик? А взрослые сами все запрыгивают. У нас, кстати, новость. У нас уже Лаванда научилась запрыгивать на кровать. Да, Лаванда, иди сюда. А ну иди ко мне, Лаванда. Ну, вот понимаешь, вот, вот оно, дитё. Выплюнь, пожалуйста. Что у нас во рту? Ага, у нас тут во рту не просто так. У нас здесь косточка фруктовая. Где вы их находите? Очень интересно мне знать. Я грешу только на ворон. У нас здесь мы ничего не бросаем. Смотрите, какая тут благодать. Мамочка Кока. И два сыночка. Вот один из них тут что-то так сладко жрет. Что мы тут уплетаем? Все подряд. Можно посмотреть? Какие-то веточки, какие-то листики. Очень вкусно шел, да. Очень-очень вкусно. Ой, еще и папа пришел. Ну, семейный очаг прям. Вот что мы едим, Шулдан. Вот что мы тут поедаем. Так вкусно, боже, ну вот что же мы тут едим, нос? Да чей нос весь в земле? Поймался? Выплюнь. Да какие вообще непонятно что. Какие-то червячки подсохшие. Вот и ребята даете. О, мы тут уже что, травку едим? Шулдан. Ну, травку я разрешаю кушать, конечно. На, покажи нам свою красивую морду. Покажи нам свою красивую, красивую. А ты животик хочешь показать? Давай животик. Ой, такой, скажи, у меня животик красивый, не только морда. Вот такой я красивый мальчик.